инструкция для родителей. Это инструкция для любого взрослого, как помочь ребенку. Поэтому, пожалуйста, после чаепития, ну вот я прям вот всех хотела бы пригласить на презентацию этой книги, и где-то 15 минут она пройдет. Да, они способствовали переводу этой книги, когда Юля увидела ее впервые, она говорит, это должно быть на русском языке. Есть и на болгарском, есть и на русском. На болгарском платная версия, на русском бесплатная. Они нашли спонсоров, так что без 15:02, пожалуйста, в этом зале. У нас еще есть свидетельства, так, свидетельство. Не забыть всех. Александр и Наталья Петковы. Александр и Наталья, да? Петковы. Давайте поприветствуем. Где шляпа? Где ее шапка? Шляпа на месте, там лежит. Да, мне все по шляпе узнают. В Израиле 8 лет миссионерское служение. В Израиле 8 годин миссионерское служение. Меня там только знают, что это вот пастор в шляпе. Познавательный это пастор с шляпа и с гитара. Рад вас вновь видеть, дорогие братья и сестры. Рад вас видеть, скупи братья и сестры. Очень благодарен Господу за вас. Благодарен со мной Господь за вас. Когда со мной произошло в Турции, это ЧП, можно сказать, но это слава Божья. И това, което се случило в Турция, беше бедствено събитие, но добре, че се молихте. Моя жена моята тоже супруга очень сильно замолилась. Също момент, силно се е молила. Когда меня на операционный стол. Когато ме сложиха на операционна маса. Она замолилась, Господи, тя каза, спаси Господи, его ради меня. Спаси го заради мен. Молитвы моей жены очень сильные. Молитвы на моей жене са много сильные. Мы сюда шли пешком с остановки. Тук вървяхме пеша. А мы вылезли чуть подальше, где все перекопали эти. И тук всичко е разкопано. Но это продолжается вот ремонт дороги. Продолжавался ремонт на пути. Прошлой осенью мы сюда приехали. И миналата есен, когато дойдохме тук. Боровки или как называется улица вот эта вот? Боровки. Боровка. В общем, которую сделали здесь. А, улица как? Дубровник. Да, 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 да. И мы так идем, там все перемотали. Говорит, ну, Господи, сделай, чтобы здесь была дорога. И не вырвем, и Наталья Самолина, направи така тук, где путя. И сега започнаха да правят путя. Ну, мы так думаем, а люди не верят, скажут, ну, это просто совпадение, вы подстраиваетесь по ситуации. А неверующие хора могут докажет, что вы измислите. Иногда мы, как говорится, так вот заявляем что-то, да, и люди неверующие, ну, не принимают это за реальность. Понякога неверующие хора не приемат. Когда мы приехали в город Ишим, когато дойдохме в град Ишим, миссионерами, и начали като миссионери, там и започнахме там церковь. Этот город был провинциальный. Този град беше провинциален. Не очень устроен. Нямаше много устроен, не беше устроен. И Наталья все время, мы пешком ходили по этому и городу, ходихме пеша в този град. И она все время везде молилась. И тя навсякъде се молеше. Направи хубав път тук. И вот на сегодняшний день наш город просто стал процветающим. И след этого города започна да процъфтява. Кто туда не приезжает, говорит, настолько, говорит, он уютный. И сега хората, които идват там, казват, много уютен този град. Има асфалт. Бордюрочки даже, вот, знаете, с этого има гранита сделано. Тротуари са направени от гранит. Не просто таки, все, вот, каждому дому подъезд, если это и частный всеки дом, блок има, коттеджи и многоэтажки. Има многоэтажные здания, коттеджи. Поэтому вот это слава Божья. Това славата на Бог. Но я хотел бы засвидетельствовать славы Божьей, то, что со мной произошло. Искам засвидетельствовам за това, което се е случило с мен в Турция. Мы поехали туда, чтобы начать там служение. Отидохме в Турция, за да почнем служение там, нашата миссия. Грейс. Миссия Грейс. По откровению нашего главного пастора Игоря Семеновича. И наш главный пастор има откровение. Дэвид Ким. Дэвид Ким. Но я по-старому зову его. Мы гвардия, старая гвардия, так скажем, еще 90-х годов. Вместе под его руководством начинал заедно 90-те години. И в служении 26 лет, как пастор. И то я в служении 26 години, как пастор. И первоначально мы хотели сюда первоначально искахме тук да дойдем, в Болгарию, да започнем тук служение. По откровению Игоря Семеновича. Това също беше откровение на Игорь. Но он сделал небольшие коррективы. Нужно идти в Турцию. Той направи промяна и каза, че трябва да ходим в Турцию. Так как я отношусь именно тем служителям, которые идут в авангарде. И я соотносим к служителям, которые идут в авангард, которые развеют в нашем миссионерском движении. Като мы были посланы вот в Турцию. И бяхме изпратени в Турция. Мы совершили там духовное служение. И направихме там духовное служение. Объехали 7 церквей. Обиколихме 7 църкви.
кто знает книги Откровения, которые Господь, вот, Иисус, помните, дает на наставление. И конкретно совершили духовную брань. И много се молихме там. Пергами. Пергам. Сегодня называется Пергам. Пергам, Пергам. Где престол сатаны. Където и престола на сатана. Это гора. Тази Зевса. Планина на Зевс. Вот где был это установлен этот, значит, престол. Където има този престол. В 30-м году прошлого века переведен. През 300 година на миналия век, беше от Германия. И само място е останало като туристично място, но духовно това е място, духовен портал на злобните духове. И там са установени своите идоли. Направихме Ерихон и около тази планина се ходихме. Методики зашли на эту гору, качихме тази планина, отидохме към този престол. Полил четыре угла этого престола, где он находился. И полях четирите угла на този престол. Божье слово, чтобы и произнасях Божието слово. Турцию. Ние да влезем в Турция. И после этого, только мы это совершили, и когато направихме това, как знак, был очень жаркая погода. И като знак беше много гореща, горещо времето, беше началото на ноември. И сразу моментально холодный такой ветер. И изведнъж започна да духа студен вятър. Ну, можно это было отнести, ну просто, может быть, опять же, какое-то аномальное там. Може пак нещо аномално. Природное. Но мы поняли, что это реакция. Разбрахме, че това е реакцията. И когда мы уже дальше поехали, значит, уже где застолбить наше служение начало, и это город Анкара. Там в Анкара, и там пак все започна. Конкретно. Вы знаете, когда мы в церкви со знаменами, когато сме в църква, ведем духовную борьбу, там водим духовную борьбу, провозгласяем, ну, важно, я думаю, това е много важно. Там со знамени Иегова со знамена миссии, на Иегова наше миссия, Господь, нашето знамя Господь. А когда ты заходишь конкретно на территорию демонов, а когато бесов, отиваш на територия на демони и бесови, мир, където е демоническия свят, това е друга духовна борба. И поэтому нужно быть воином Христовым. И трябва да бъдеш воин на Христос. А если ты воин Христов, то ты должен, во-первых, уметь и владеть оружием. Ако си Христов воин, трябва да можеш да владееш оръжие. Наше оръжие, нашите оръжие не плотские, не са плотски, Богом на разрушение, но са силни от Бог на разрушаване на сатанински неща. Но все равно, что дьявол будет нападать. Дьявол все пак ще напада. Когда рядовые бесы, понятно, мы все когато можем разбираться с ними. Когато са обикновени бесы, мы можем всички да се справим с тях. Те са сред хората, в хората. Эту власть каждый верующий имеет. И тази власть има всеки вярващ. Вы согласны с этим? Согласны ли сте? Об этом Писание говорит. Но есть Писание другое, показва. Более высокий уровень, там демоны. Има и по високо ниво, където са демони. И есть падшие ангелы. Има ангели, които са паднали. И очень важно вот это понимать. Трябва да разбираме. Поэтому мы, наверное, может быть, где-то чуть-чуть полномочия, так скажем, свои превысили, я так может понимаю. Может быть, някъде сме превисили. Когда нашите полномочия. Сестра, которая у нас провозглашала все эти вот заявления, было провозглашено, что как бы над миром мы разрушаем это все. И провозгласявахме, че разрушаваме на този свят. Слишком. И мы заявляем духовный мир и заявляваме в духовния свят, чтобы нам войти не, на да эту влезем на тази територия, а не просто над всем миром разрушить, а не над целия свят да разрушим влияние на силы. Понимаете, да? Немножко так из духовной брани вам этот малко за духовната борба да ви разкажа. Сколько это уже 12-13 лет. 12-13 години, преди 12-13 години построили здание церкви, построихме сграда на църквата. Мы провели духовную брань. И правихме духовна борба, цялата църква посту, беше в пост, аз бях в 40-дневен пост. По методике, всичко правихме по методика и в духовния свят мы заявихме. От Томска до Тюмени цялата територия завоем, ще завоювам и изгонваме всички духове. Духи, они находят слабые места. И тези духове намират слаби места. И започват да бият в тези места. У нас здание сгорело. И сградата ни се запали.
лидери, которые со мной были, ну, это церковь и хората, които са били с мен, вот начале, църквата беше млада. И някои са паднали от хората. В Тюмен църквата е жива все още. В Тюмен направих извод. Трябва да съблюдаваме субординация. Има апостолско помазание. И она тоже разного уровня, когда има она на различни нива. Небольшой территории тебе Бог уполномочил. Когато Бог ти дава малка територия. Каждый думает по мере веры, которую Бог удивил. И всеки мисли по своята вяра, която Бог му дал. Покровителем, помазанием, допустим. Ако имаш помазание апостола, и ты идешь, апостол, что ты делаешь. Отиваш и правиш това. Поэтому мы все-таки столкнулись с тем, что ответка пришла. Че имаш отговор. Дьявол никогда не сдает свои позиции просто так. Не се предава его просто не испугаешь. Така. Той не се плаши. Веднага. Он власть. Той има власть. Той признава власть. И даже когда власть он признает, дори он все равно будет признала власть, той пак ще прави препятствия. И первое то, что с нами произошло, и первое то, което се случи с нас, имахме слабое звено в нашей экипе. Брат одного просто мы взяли. Взехме един брат. Просто это наша была ошибка. Беше наша грешка. Из Израиля, молодой. От Израил млад. Он просто хотел поучиться миссионерству. Искаше да се поучи на мисионерство. Хотя мы его не брали духовную брань, вот когда совершали вот это действие. И год управихме това духовное действие. Приехали. И все, что отидохме в Анкара. Там квартиру сняли. Взехме под найм, апартамент. Продолжили станом. Продолжихме. Здесь слабое звено сыграло. И там полиция пришла. Дойде полиция. Угрозы были. И започнаха да правят угрозы, доказывают угрозы. В религиозном квартале. И ние се бяхме в религиозном квартал. Того, что даже нам угрожали, что расправа. И ни заплашваха. Соседи. Соседите. Че ако не си тръгнете, ще ви убием. У нас с нами хороший пастор, друг наш. И с нас беше хубав пастор, наш приятел. Иранский пастор. Он все там разводил. Той всичко е управил. Но слава Богу, Господь все и Бог всичко устроил. Далее вот это со мной произошло. И след това с мен се случи. Инфаркт. Инфаркт. Это тоже слабое звено. Все, что слабо звено. Знаете, я 65 лет прожил. И живях 65 години. Последние 30 лет я ни разу. Последние 30 години не съм пил хапчета. Бог мне чудесным образом исцелил Бог свое чудесен, время от язвы. Чудесно ме исцелил от язвата на. Я в шутку говорил, что я все ем, что мягче кирпича. И я сказал, что я всичко, което помеку от тухла. Поэтому я никакой диету никогда не соблюдал. Никогда не спасал диете. Три раза в 41-м посту был. И три по тебя в 49-дневен пост, само с вода. Нет, тоже, это все всегда без пищи. Только и всичко без храна, без храна, само с вода. Ну и как бы у меня-то организм здоровый, кажется. И организм сердце, не изглежаше здрав, но сердцето ми. Нервы. Нервы. Шура, нервы. Вы что, Шура, нервы. Так как я амбициозный человек. Аз съм амбициозен човек. Если я выйду из себя. Ако изляза от себе си. Ако изгубя контрол, аз не съм виновен. Ну и где-то вот это вот оно и сыграло. И това е изиграло. Мы пошли в баню. Отидохме в сауна. Да се починим. И мне там произошел инфаркт. И там се случи инфаркт. И вот это чудо Божье. И Божието чудо е това. Бог так усмотрел все. Че Бог всичко е направил что така. Буквально здесь вот весь персонал засуетился. Целият персонал започна. Мы сами вызвали скорую. Всичко да прави, извикаха линейка. Поликлиника. Болницата. Два километра была от этой. Беше 2 километра от сауна. Моментально приехала скорая помощь. Веднага дойде линейка. Все это тут же в процессе сделали. Всичко тест, в процессе направиха привезли, тест. Докараха ме в болницата. Буквально там, наверное, минут 20. Някъде 20 минути. Моя супруга там. И моята супруга. В тот момент она взмолилась. В този момент започна да се моли. Ну и сразу на операционный стол. И веднага ме сложиха в операционната. Первую операцию сделали. Направиха първа операция. Тромб, значит, главной артерии был забит полностью. И один в главной артерии имаше тромб. Мне вставили стенд. Сложиха ми стенд. Я быстро отошел, мне буквально на второй день уже утром врач говорит. И на следующий день доктора ми казва. Сделаем еще одну операцию. Некогда направим еще одну операцию. Прочистим. За да прочистим, можете. Через какое-то время. За что-то все время. Может пак да се случи същото.
Взех мы решение, да направим вторую операцию, бурзу направихме, слава на Бога. Клиника платная была. И больница та беше платна, платена. Но Бог так сделал, что просто тоже опять же чудо. И пак Бог направил чудо. Нам по самой низкой цене. По най-низката цена направих операциите. В конце, чтобы к расчету. И в крае заплатим, когда плащахме. Сам врач пошел. Самия лекар дойде, ком главния. И още на 600 евро и намалил цената. Это слава Божия. Това е славата на Бог. И еще один момент. И още един момент искам да споделя с вас. Не, той също е важен. И пяхме втората хвала. Това е за мен. Я думаю, вот, не знаю, может быть, это Андрей пастор? Или Дух Святой ему подсказал? Святий Дух мне подсказывал, да испеем тази песню. Спасибо также Андрею вот за участие. Благодаря на Андрей. Пребывание здесь, он за неговото служение. И там поется, да? Не умру я, и там но буду пяхме, жить. Няма. Знаете, когда да мы умря, просто поем, да, да надежда, ты, да, вот, ты живее а в твоей истине. Действительно с тобой это произошло. И когда ты наистина твое случай с тобой, мне там пробивали вот это. И когда ты мне пробиваха там, по время на операции, там, не знаю, несколько секунд было, несколько секунд, сердце остановилось. Сердце там испря. Я-то в сознании был. Ну, бях в сознании. И я так чувствую, что у меня руки упали. Усещам, че ръцете ми паднаха от масата, малко се държах. Я вцепился в этот стол. Започнах дали така силно да държа масата. Упали, я хочу их поднять, и ръцете ми падат и не могат да ги вдигна. Я чувствую, что моя душа не владеет телом. Че моята душа не владее тялото. Разрыв. И за, нали, я сам себе говорю. Изгуби контрол вот душата ми. Я сказам, ето аз и умрях. И говорю, я мертвый. Аз мъртъв. Конечно же, такой опыт, ну, не все, наверное, переживали. Не всички са преживали такой опыт. У всех, может, по-разному, кто именно такой, ну, клиническую смерть переживал. Но кто-то вылетал из тела. Может быть, някой излетал тело. Кто-то по трубе летел какой-то. Някой, может быть, летел в някого труба. Нет, у меня все в теле это было, но тело уже не предварило. Беше в тялото ми, но тялото не го контролираха аз вече. Знаете, какое у меня чувство было? Двойное чувство. И мог двойное чувство. Одно что? Страха перед смертью абсолютно. Нямах страх пред смъртта. А было чувство, имах чувство досады. Досадно чувство. Я говорю, Господи, это и все. Това ли е всичко? Я обращаюсь к Господу. И с обръщам към Бог. Това ли е всичко? Потому что только в голове планов. Толкова планове имах. Только того, что еще не реализовано. Колко още не съм направил. То, что, может быть, нужно что-то исправить. Какие-то колко което трябва да оправя, да променя нещо. Это был, может быть, небольшой такой промежуток времени. Может быть, краток период от времени, когда започнал осмислять нещата. Но он отличается от того, что сейчас даже что-то мы осмысливаем, как тот момент, вонзи момент, когда ты вне тела. Ти си, не си в тяло. Это интересный опыт. Твой интересный опыт. Знаете, очень интересный. Много интересный опыт. И я слушаю, что мне там по груди. И я усещам, как така ми, като ми правят масаж на сърцето, за да... И дальше она затекла. Все нормально. И той започна да тупти сърцето ми пак. Что Господь вернул меня. Господ ме върнал към живота. Чтобы что-то еще сделать. За да направя още нещо. И я хочу все оставшиеся свои дни и аз искам тези дни, които ми остават, да ги посветя на служение на Бог, като мисионер, на новото място. Аз предадох своята църква. Остави своята църква в Русия. Будет, думаю, но хочу, чтобы здесь вот Господь что-то и сделал. Искам Бог тук да направи нещо. Пасторам нужно ведь знать, как говорится, и время, но хотел бы еще немножко уже... Искам още малко. Пусть, можно еще немножко? Потому что то движение, которое онова мы движение, вошли, в което я влязохме, благодарю Бога, благодаря на Бог, то, что я в авангарде, че я съм отпред, разведчик был, като... И мы совершили служение, то есть, есть, и там уже действительно и Бог предусмотрел, что там будет помещение, и семинарии, то есть и для Бог и подготовил всичко за академии. Учебния процесс, за семинария. А, также вот ваши пастор, вашите пастори. Самоним. Кстати, по-корейски. Самоним. Пастора зовут Самоним. На корейски супруга на пастора да. Се казва Самоним. А он Максаним. А пастора е Максаним. Это в нашей корейской миссии. Това е от корейската ни мисия, така ги наричат пасторите. Они тоже вошли в это служение. Те също влязоха в това служение. И я думаю, что это не случайно. Мисля, че не е случайно. И сегодня, и днес, вот именно Турция, сам, именно в Турция, на геополитической карте,
нейната политична карта. Она тоже имеет очень свое предназначение. Има високое предназначение. И так как это есть колыбель христианства, и твоя, это первая апостольская церковь. Твоя первая апостольская церковь. Павла. На Павел. И я думаю, что Бог, Бог возобновляет, восстановява разрушенные стены, разрушенные стены, духовные стены. И если говорить о геополитической сегодня политической ситуации, то именно я верю в пророчество, я так понимаю, что Турция, она будет объектом политического серьезного катаклизма. На политичен серьезный катаклизм. Иран, Ирак. В большей степени Турция – это конфликт с Россией. И Турция има конфликт с Россией. Я глубоко изучал эти вопросы. Поэтому я считаю, что сегодня то, что конфликт между геополитический между Украиной и Россией, не зря. То есть конфликт между Россией и Украиной поэтому не просто така. Первым войти. И не первый трябва да влезем в церквата. Церковь Божия. В Божията църква. Чтобы там, в Турции. И я думаю, что и Болгария. Мисля, че и Болгария. В какой-то степени имеет отношение. Също има предназначение. Поэтому вот сегодня Томас говорил, что здесь Болгария не зря. Болгария не просто на так. На таком вот месте стоит, что и миссионерство здесь будет развиваться. Миссионерство то, что себя развива тут Болгария. Поэтому моя одна из тех же целей, чтобы начать служение и започнуть на миссионерском служении. Чтобы формировать здесь какие-то команды, участвовать, чтобы экипи, туда Поискуйте, что ходим в Турцию. Миссионеров. Като миссионери. Спасибо вам еще раз, что выслушали меня. Пусть Господь будет прославлен в этой церкви. Амин. Аминь.